По распоряжению главы округа Дмитрия Волошина в Химках продолжаются традиционные субботние обходы территорий. Первой точкой стала детская площадка во дворе дома по улице 8 марта. По мнению жителей, она слишком маленькая и уже не отвечает запросам растущего микрорайона. К тому же качели и спортивный инвентарь устарели. Также стоит вопрос с местами для прогулок и развлечений молодежи. Ну а пожилым людям во дворе негде присесть отдохнуть. О том, как администрация будет решать вопрос, рассказал заместитель главы городского округа Дмитрий Чистяков. Мы смотрим те детские площадки, которые уже изношены, на которых имеется большое количество жалоб жителей, и те площадки, где в системе Добродел больше всего проголосовали. И принимаем решение о включении этих площадок в программу благоустройства. Три дома находятся, и на этой площадке мы можем сделать элементы для детишек, игровые элементы, для старшего поколения зону отдыха и для молодежи воркауты, чтобы они могли заниматься спортом. Эта площадка, территория позволяет охватить все возрастные группы. Второй точкой обхода стал дом номер 4 по улице Чкалова. Комиссия проверила подъезды, о которых жители неоднократно писали властям. По мнению химчан, здесь давно пора заменить окна и двери, обновить и покрасить лестничные пролеты, починить неисправные коммуникации.